Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Оля, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу, как сделать вот такие нежные, красивые тюльпаны. Я как-то уже показывала, как делать тюльпаны. Видео есть на канале, ссылочку оставлю в описании под видео. Переходите, смотрите и выбирайте тот вариант, который вам больше всего нравится. А теперь давайте начинать. Для лепестков нам нужны полоски 3 на 15 и 3 на 17 сантиметров. Я беру полосочку и перекручиваю ее, отступая где-то 2 сантиметра. Хвостик выгибаю вовнутрь и узелок как следует прижимаю, чтобы он не был толстеньким, и слегка формирую лепесточек, чтобы он у нас был узеньким. Нижнюю часть лепесточка то же самое проделываю, перекручиваю, отступая где-то 2,5-3 сантиметра. Точно так же узелок поджимаю, чтобы он не был толстеньким, и формирую лепесток. Лепесток формирую таким образом, чтобы у нас нижняя часть была узенькой, а верхняя часть была пошире. Обязательно сравниваю с предыдущими лепесточками, чтобы у нас приблизительно была одинаковая высота. После этого хвостики я подклеиваю и продолжаю еще формировать лепесток. Почему я так долго формирую лепестки? Потому что здесь нужно особое внимание уделить, ведь что-то должно получиться такое, что похоже на какую-то лодочку. Выглядывающие наши хвостики я подрезаю, они нам ни к чему, чтобы лепесточек был аккуратненьким и бумага не выглядывала. И наши лепестки готовы. Вот такое вот должно получиться у нас. Что-то, опять повторюсь, вроде лодочки. Всего нам нужно 6 лепесточков на один цветочек. Размеры лепестков, высота лепестка где-то 8 сантиметров, а второй размер лепесточков 9-9,5 сантиметров. За основу я беру капельку из фольги размером 3-3,5 сантиметра. И прежде чем собирать сам цветочек, я тапирую стебель у цветка. И теперь приступаю к сборке цветочков. Я беру первый размер лепесточков, который 8 сантиметров, на нижнюю часть лепестка наношу клей, не жалея его, потому как лепестки у нас довольно объемные и тяжелые, поэтому нужно, чтобы они надежно держались на нашей фольге. Приклеила первый лепесточек, второй примеряю и накладываю на предыдущий, заходя на него несколько миллиметров, наверное. Обязательно смотрю, чтобы нижняя часть цветочка была на одном уровне. Если верхняя часть будет цветочка, лепестки где-то выше, где-то ниже, это не страшно, на мой взгляд, потому как нет ничего одинакового в природе. Затем приклеиваю еще 3 лепесточка, оставшиеся наши, то есть второй размер лепестков, который 9 сантиметров. Проделываю все то же самое, наношу клей, приклеиваю. И приклеиваю я эти лепестки между первым рядом лепестков. Подклеиваю последний лепесток и затем беру масляную пастель и слегка тонирую нижнюю часть цветочка в такой более такой зеленый насыщенный цвет, придавая таким образом какую-то, на мой взгляд, естественность цветочку. Теперь делаем листики. Листики у меня разных абсолютно размеров, приблизительно 5 на 17, 5 на 15, 5 на 20 сантиметров. Вырезаю листик, внизу оставляю ножку, а верхний край я делаю заостренным. Слегка растягиваю их, начиная снизу, доходя до середины. Верхнюю часть листика я не трогаю. Приклеиваю один листик так, чтобы он заходил на сам цветочек.
Затем еще раз тейпирую, приклеиваю второй листик, и наш тюльпан готов. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, до новых встреч!